Разгар учебного дня, но класс пустует. Здесь должен был заниматься сегодня 9 Г. На ближайшие несколько дней учебными кабинетами ребят станут их собственные комнаты. Этот класс первой школы первым в городе закрыли на карантин. На данный момент практически 50% заболевших с диагнозом ОРЗ, ОРВИ. И вчера подтвердился еще один случай ветрянки. Вот. Но в связи с этим вчера было принято решение директором школы о выведении класса из обычного учебного процесса. Дети получили задание, занимаются дистанционно. На заочное обучение перейдут завтра еще два класса в двух вологодских школах. Но это число может и увеличиться. Как говорят учителя, дети заболевают прямо на глазах, уходят с уроков с температурой. Не справились с надвигающейся эпидемией ученики 5 Г класса 33-й школы и первоклашки из 23-й. В целом по школе надо сказать о том, что у нас небольшой процент заболевших, 10,5%, это 53 ученика от контингента. Единственное, вот превысили порог заболеваемости обучающиеся 1-го С-класса. Самые маленькие наши ученики, там вот сегодня их уже достаточно много отсутствует, более 20% обучающихся. 20% – тот предел, при котором класс или группу в детском саду закрывают. Кстати, дошкольники в этом году оказались менее уязвимы. Детские сады пока работают в обычном режиме. А что же касается школ, внеплановые каникулы продлятся до понедельника. Вопрос о продлении или прекращении карантина решится в выходные. Пока в целом по области эпидпорог не превышен, но все же подъем заболеваемости ощущается. С прошлой недели рост составил почти 10%, отмечают в Роспотребнадзоре. И это не только ОРЗ и ОРВИ. Уже зарегистрировано несколько случаев гриппа. Первый случай был в городе Череповце, обнаружен лабораторно, у заболевшего выделен вирус гриппа. Ну и на прошлой неделе также на территории города Вологды у заболевших были выявлены вирусы гриппа обнаружены. То есть грипп появился в циркуляции у нас. Ограничительных мероприятий в области пока вводить не будут. Самое время вспомнить о профилактике, особенно сейчас, во время постоянных перепадов температуры воздуха, чтобы новогодние праздники не провести на больничной койке. Специалисты прогнозируют начало эпидемии гриппа и ОРВИ на начало 2017 года. Татьяна Колосова, Игорь Трифонов. Новости Вологды.